Привет, моя родная Украина, и привет, мои родные украинцы. Вы знаете, я два дня пытаюсь найти какие-то слова, чтобы описать происходящее в моем городе. У меня ничего не получается. Ненависть и боль. Вот все, что я могу сказать. Когда военная машина бьет по детским кроваткам, по домам, где спят мирные люди, ну, ты испытываешь просто ненависть. И дикую боль, когда читаешь, сколько детей погибло в эту ночь. Но больше всего, только что я прочитала, это меня вообще... Ну, я просто даже не знаю, как на это реагировать. Значит, пишет Z-патриот какой-то, что укронацисты в их русском городе Одессе убивают их русских детей в спящих кроватках. Вот. Все.